люди работают. У нас средняя зарплата производственного рабочего по этому году 48 тысяч. Коллектив сохранили. Батареи на автономный ход, которые мы ставим на троллейбус. Производится в Саратове. Вся климатика, которая стоит на трамвае и на троллейбусе в Саратове. То есть это кондиционеры, отопители. Стараемся так, чтобы это было все наше. Вот он, новый троллейбус. Трехсекционный трамвай начали первый собирать. Задача к Новому году перейти здесь на серийное производство кузовов на трехсекционный трамвай. Вот уже здесь первые три секции сварены. Это односекционный трамвай, который уже, он здесь уже серийно производится. Я правильно понимаю, что вы здесь наладили серийное производство кузовов трамваев, да, и развиваете? Да, правильно. И полный цикл троллейбусов. И сварка кузовов, сборка, обкатка. Вот начинает троллейбус, полный цикл. У вас вся линейка будет производиться и большую часть, более очень, у нас в Саратове. Здесь они развернули серийное производство троллейбусов, производство кузовное серийное, и если защитят проект, будет электробус. Сюда пришла компания высокотехнологичная, мощная, обладающая всем необходимым для того, чтобы всю линейку производить с участием венгерского завода. Понимаете? Если здесь раньше производился только троллейбус, сейчас уже серийное производство кузовное трамвая и будет электробус. И они работают на всю страну.